Был такой, этот самый, священник Андрей Витилев, кажется, его фамилия. Он преподавал в Московской духовной академии в советское время. Это где-то годы 50-е, 60-е, что-то такое. И он преподавал дисциплины такие культурологические. Какую-то этику, эстетику, что-то литературу. И часто там цитировал разных поэтов. И однажды он после службы или после лекции, не знаю, там пришел на отдых, отдыхать себе. И когда задремал, вдруг какой-то мужчина перед ним появился. Он тут то ли спит, то ли бодрствует, он не понимает, что происходит. Он говорит: «Здравствуйте, батюшка, вы меня узнаете?» Он говорит: «Нет». «Вы кто?» Он говорит: «Я Пушкин». Он говорит: «Какой Пушкин?» Он говорит: «Ну, нормальный Пушкин, Александр Сергеевич». Он говорит: «Батюшка, все читают мои стихи, вот, и никто за меня не молится. Вообще все меня так вообще хвалят, короче, там все меня знают, постоянно цитируют меня и вообще за меня не молятся. Говорит: «Батюшка, помолитесь за меня». И он просыпается, это оказывается, что он был в такой в дремоте какой-то такой. Ну и пошел молиться, в общем, за раба Божьего Александра, погибшего на дуэли. Я к чему это говорю, к чему это начал? К тому, что там дни Достоевского в Оптиной, там все это, значит, это великолепное занятие. Только вот, во-первых, Пушкина все читают, в школе там изучают, там любой самый охламон там последний, он все это знает, что-нибудь там что-то там из Пушкина, какой-то кусочек там. «Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь» или что-нибудь еще. Ну что-то из Пушкина знают все, потому что он с колыбели с нами. С Достоевским я не думаю, что его там прям все цитируют, там, это тяжелый писатель, его в легкую не почитаешь. Но это необходимый писатель, поэтому сначала надо прочитать его. Мы об этом постоянно говорим, когда они говорят. Русские люди вообще делятся на две категории, на тех, которые читали Достоевского и не читали Достоевского. И это совершенно разные люди, понимаете, совершенно разные люди. Ну а и, конечно, если все будут читать Достоевского, то там как бы он тоже, можно сказать, все читают, никто меня не молится. Вот. Так что мы с вами, вот эти встречи, это посвященные Федору Михайловичу, как бы он живой, он где-то рядом, он нуждается наверняка в наших молитвах, хотя, может быть, он уже давно в раю, и как бы помиловал его Бог, потому что он очень много сделал. И я думаю, что все духовенство вместе взятое не сделало столько для проповеди Евангелия в последние времена, как Федор Михайлович. Ну и поскольку многие наверняка его не читали, или читали, но не все, или читали, но давно, то я хотел с вами сегодня прочесть некоторые отрывки там из его, это самое, мне кажется, это самая такая бомбезная вещь у него, это роман в романе. В «Братьях Карамазовых» там у него есть такая глава такая о великом инквизиторе, в которой Достоевский пытается разобраться, так сказать, с самыми глубокими противоречиями современной эпохи. И мне кажется, он там дает ответы такие, намеки такие, на самые жгучие вопросы сегодняшнего дня тоже, ну и вчерашнего, сегодняшнего. Такая глава «Великий инквизитор». Это как бы там предисловие, я думаю, что многие это читали, конечно, а многие нет. Ну, в общем, те, кто читали, им будет хорошо вспомнить, те, кто не читал, им будет вообще полезно познакомиться с этой темой. Это Евангелие там, Матфея и Луки, описывающее искушение Иисуса Христа в пустыне. Мне, кстати, жалко вас, честно говоря. Я хоть в тени тут сижу немножко, а вы там реально как в пустыне. Так что вам можно как бы так наглядно представить вообще, как Христос. Ну, 40, он 40 дней не ел и не пил, вы помните, постился так, как положено. И напоследок взалкал, и пришел искуситель. И там вот этот великий инквизитор, это 15-16 век, Испания, как раз там еретиков жгут. И Христос вдруг появляется, живой, настоящий Господь, как в первом пришествии. То есть он не пришел судить на второе пришествие, он как бы еще раз пришел, как в первый раз. Он там исцеляет, воскрешает, и вдруг появляется там какой-то такой кардинал такой старый, весь высохший такой от постов, такой хищник такой, старый хищник такой. Он говорит: «Взять его», то есть Иисуса Христа, «взять его». Он как бы, и вот приходит какая-то стража, его там вяжут и сажают его в темницу без объявления причин. И потом ночью к нему приходит этот великий инквизитор, Иисусу Христу. Иисус Христос молчит, ничего не говорит. И он говорит: «Я узнал тебя». То есть это ты, я не ошибся.
ты и есть, то есть ты наш Господь, ты пришел еще раз. Я тебя посадил в темницу, потому что как бы ты больше не нужен. Мы будем править от имени твоего, как бы типа во имя твое, но без тебя. Ты больше не нужен. И завтра я прикажу тебя сжечь, как самого злого еретика, и народ меня послушает. Ну и перед тем, как это, значит, он там такой, эта идея фантастическая возникла в голове там Ивана Карамазова, который на Западе учился, там три братца таких, ну четыре. И вот этот, ну согласитесь, такая сногсшибательная вообще закваска. Господь в этом там вообще молчит, он просто слушает этого старого безумца. А этот старый безумец, он на самом деле очень умный человек, который говорит: мы уже давно научились жить без тебя. То есть мы от тебя, в принципе, отреклись. И мы делаем все, типа мы с тобой, и во имя твое правим народом, но мы еще многого не закончили. И вот там, значит, он говорит, дальше тут я некоторые вещи просто прочту, о чем говорит этот великий инквизитор. Это как бы такая, если хотите, теория заговора. То есть вот мы там говорим, а есть ли такие вот люди там, или группа людей, там узкий круг ограниченных людей, которые там как бы пытаются командовать всей вселенной. Может, у них какой-то договор с дьяволом, и они хотят весь мир развратить, ограбить, и вообще творят непонятно что. Наверное, есть такие люди. И вот Достоевский как бы силой своего творческого воображения как бы пытается нам изложить мировоззрение этого как бы возможного, существующего, или не знаю, этого тайного заговора такого, значит. Он обращается к трем искушениям в пустыне и говорит так. Если бы возможно было помыслить, для примера, что три вопроса, которые предлагал тебе страшный дух в пустыне, пропали, утрачены в книгах, и нужно было бы их восстановить. Ну, то есть, скажи, чтобы камни были хлебами, бросься вниз, чтобы ангелы подхватили тебя, и всю власть в мире дам тебе, всю красоту, только поклонись мне. Вот три вещи, которые дьявол предложил Иисусу Христу. Так вот, если бы эти три вопроса были потеряны, и была бы задача перед учеными, священниками, правителями, философами, поэтами. Задача такая: придумайте, сочините три вопроса. Такие вопросы, которые мало бы того, что соответствовали размеру события, но выражали бы в трех словах, в трех фразах всю будущую историю человечества. Ты думаешь, говорит, он с Христом говорит, и все премудрые люди Земли не смогли бы придумать эти три вопроса. И это еще одно доказательство, что Евангелие – это божественная книга. И вот действительно те три вопроса, которые предложил тебе могучий, умный и злой дух в пустыне, по одним и только этим вопросам можно понять, что дело не в человеческом уме, что мы здесь имеем дело с вековечным и абсолютным, ибо в этих трех вопросах совокуплена в одно целое и предсказана вся история человеческого мира. Первый вопрос был о хлебе. Самый корневой вопрос жизни человеческой. У евреев, чтобы вы понимали, слово «хлеб» обозначает вообще всякую пищу. И, например, когда накрыт стол, то там у них же нет духовенства в нашем понимании, благословляет стол старший из мужчин, сидящий за столом, там дедушка или отец. И чтобы благословить еду, еврей за столом должен подняться, взять хлеб. На столе может быть мясо, рыба, овощи, фрукты, мороженое, что хочешь. Он должен взять хлеб и произнести короткую фразу, примерно такую: «Благословен ты, Господи, Царь неба и земли, благословен ты, что ты произрастил хлеб из земли». «Баруха та Адонай Элохейну» и да-да-да-да-да, значит, что ты сделал хлеб из земли. И поэтому он ломает хлеб и садится. После этого считается, что благословленной является всякая пища. То есть не нужно отдельно благословлять соусы, салаты, там, рыбу, мясо, колбасу. Нужно благословить хлеб, потому что под словом «хлеб» понимается и сам хлеб, и всякая еда вообще. Поэтому Христос, когда умножал хлебы, он тоже воззрел на небо, произнес благословение, поломал и начал давать им, оно начало умножаться в его руках. Вопрос о хлебе – это действительно корень нашего бытия, это потому что человек без него жить не может, а Христос говорит, что и одним хлебом человек тоже жить не может. Но не только хлебом, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот что говорит злой дух. «Видишь ли сии камни в ногой пустыни, тебе сказали, преврати их в хлеб, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное.
Конечно, оно будет пугаться, что ты заберешь у них этот хлеб, но оно будет слушаться тебя. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение. То есть по мысли Достоевского и по мысли того великого инквизитора, если бы Христос согласился на это искушение, ведь ладно, сделаю хлеб, камни хлебом, то не только чтобы самому поесть, он бы тут же превратился в царя земного, а он не хотел. Люди побежали бы за ним по пятам, потому что он дает пищу даром. Все задачи человека – это чтобы есть как можно больше и даром. О чем еще печется цивилизация? Чтобы у всех нас был хлеб на каждый день. И чтобы этого хлеба достаточно было для всех, и чтобы мы работали как можно меньше. Работать меньше, кушать больше – это и есть задача цивилизации в части хлеба. И дьявол предлагал Христу: ну сделай это, все пойдут за тобой, вообще все. Он не хотел купить послушание человеческое таким образом. И дьявол его в этом упрекает. Говорит, знаешь ли ты, ты не захотел, говорит, а знаешь ли ты, что пройдут целые столетия, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нету и греха нету, а есть только голодные. Знаешь ли ты, что люди скажут, накорми нас, и тогда и спрашивай с нас добродетели. Вот что напишут на знамени, которое против тебя воздвигнут, и которым разрушится храм твой. Очень важная мысль. Люди так и говорят. Мы бедные, поэтому мы дурные. У нас нет там того, нет всего, мы вообще несчастные, поэтому мы ничего не понимаем. Сначала накормите нас и дайте нам все, что нам нужно. А потом уже мы будем там уже книжки читать, там, в музеи ходить, там, не знаю, Богу молиться, там, музыкой заниматься. Так говорят люди. На самом деле, если бы апостолы, например, ждали благоприятного момента, чтобы сначала все были сыты, а потом уже этим сытым людям мы начнем проповедовать Евангелие, то до сегодняшнего дня не было бы проповеди. Понимаете? То есть, например, тебе нужно проповедовать... Что нужно сначала, накормить людей или проповедовать Евангелие? Сначала нужно проповедовать Евангелие, потому что никогда не накормишь людей. Накормил этих, теперь эти появились. Только этим дал, эти опять есть хотят. И ты так всю жизнь будешь бегать туда-сюда. Это проблема церковной жизни, когда впервые возник, когда возникли в церкви проблемы? Сразу. Как только церковь возникла, у нее сразу начались проблемы. Появились какие-то люди, сказали, а нашим вдовицам не хватает еды, а наших вдовиц обижают при раздаче там милостыни. И апостолы начали там их всех мирить. Потом сказали, стоп. Выбрали 7 диаконов и сказали диаконам, вы занимаетесь хлебами. Если мы, апостолы, сейчас бросим проповедь, бросим Слово Божие и начнем всех кормить, то закончится евангелизация мира. Закончится, не начавшись, по сути, проповедь закончится. Не дело священства, и не дело епископства, и не дело апостольства заниматься вот этим низким уровнем задач. Это необходимая вещь, но это не наше дело, говорят апостолы. Нам нужно проповедовать Евангелие. Говорит, а вот бедных много, давайте бедных сначала там подтянем, поддержим. А вот этих там, а вот... Нет, если мы будем этим заниматься, мы утонем в проблемах, и Слово Божие будет не проповедоваться. Так сегодня тоже говорят, а давайте церковь будет заниматься бедными, а давайте церковь займется всеми больными, а давайте церковь будет ухаживать за кладбищами, а давайте церковь будет там делать что-то еще, а секонд-хенды будут у церкви. Да? Короче... Когда это все навалится на церковь, проповеди так мало, если честно. Вроде бы ее много, а на самом деле ее очень мало. Она вообще затухнет, когда мы завалимся под этими проблемами. И вот лукавый поэтому предлагает, это им хлеба, да, и они побегут за тобой все, как суслики. Кстати, когда Христос накормил 5000 людей 5 хлебами, они тут же побежали за ним, чтобы что? Чтобы сделать его царем. Потому что очень хочется иметь такого царя, который берет бублик, ломает и 5000 наелось. Все бы это... Вот когда Антихрист последние аккорды уже там будет совершать, там, этого манипуляции над дурным человечеством, тогда как раз и будет такое. Кстати, между прочим, в Украине, я тогда, когда еще только Ющенко выбирали, вы не поверите, это была сытая, богатая, хорошая страна. И когда выбирали еще только Ющенко, то он, когда его выбирали, он стоял вот так вот на сцене, ему подносили буханки хлеба, а он их ломал на Спивочем поле, над Днепром, там, где радуга дружбы народов стояла. И он стоял, ломал хлеб и давал людям куски отломанного хлеба, как Антихрист. И люди тянулись к этому хлебу, как будто они не ели целыми неделями.
Картинка такая, вот прежде всех этих безумий украинских, но еще давно, еще никакая бомба еще не упала, еще ни один выстрел не раздался. Еще только Ющенко был, несчастный Ющенко, 2004 год. Это как раз антихристианские репетиции. Это репетиции антихриста. Они постоянно происходят. То там, то здесь. Мы просто как бы не даем себе труда это заметить. И когда лукавый будет как бы людям хлеб ломать, они будут бегать за ним, как эти самые, как собака за хозяином. И об этом дьявол говорил Христу в пустыне, ну, исходя из этого. Смотрите, он говорит дальше. Никогда без нас, без этих тайных правителей, люди не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба вдоволь до тех пор, пока они будут оставаться свободными. Очень сильная мысль. Кончится тем, что они принесут свою свободу к нашим ногам и скажут нам: поработите нас, но накормите нас. Согласно Достоевскому, самый тяжелый дар человека – это свобода. Свобода – это необходимейший дар, но очень тяжелый. И люди так боятся свободы, что они готовы продать эту свободу кому хочешь, лишь бы тебя только накормили. Это тоже правда. «Если за тобой во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, а что станет с миллионами и с десятками миллионов этих маленьких существ, которые не могут пренебречь земным хлебом? Или ты пришел только для великих и сильных?» Тоже сильный вопрос. Для кого приходил Христос? Понятно, что для Ануфрия Великого, для Георгия Великомученика, для Матроны Блаженной, для Сергия Радонежского. Это великие люди, они полностью пошли за Христом. А инквизитор говорит: ну да, великие пошли за тобой. А эти маленькие, которыми мы командуем, они не могут за тобой пойти. У них сил не хватает. Они слишком грешные, глупые, они бунтовщики. Ты для них что, не приходил, что ли? Он бросает Христу такой серьезный упрек. Ты только для святых и великих пришел, а мы будем править маленькими, как бы мы заберем их у тебя. Если бы ты принял предложение превратить камни в хлебы, ты бы ответил, говорит инквизитор Иисусу Христу, на вековечную тоску человеческую, как одного человека, так и всего вместе. А именно, перед кем поклониться? Тоже Достоевский говорит здесь, значит, что если ты им дашь хлеб, они будут любить тебя и бояться, что ты заберешь у них эту еду. Но если кто-нибудь овладеет их совестью, они даже на хлеб смотреть не будут. Ибо тайна человеческая заключается в том, по Федору Михайловичу, чтобы найти того, кому поклониться. А еще лучше, чтобы этому тому, кому ты кланяешься, кланялось все человечество. Вот тогда человек успокаивается. Ты кому кланяешься? Я вон там кланяюсь. А я там не кланяюсь, я там кланяюсь. А ты как? И люди тоскуют по такому моменту, когда все человечество будет одним поклоном кланяться одному господину. Это как раз и будет в последние аккорды земной истории. И инквизитор говорит: они бы тебе поклонились, если бы ты хлебы превращал, камни в хлеба, а ты не хочешь. Ты, говорит инквизитор Христу, говорит, ты слишком их любишь, ты их слишком уважаешь, ты слишком веришь в то, что они будут свободными, спокойными, там сказать, расправят плечи, как бы, и пойдут за тобой только потому, что они тебя полюбили. Говорит: о нет, эти слабые бунтовщики совсем не такие. Они гордые, глупые, жадные, и мы поведем их за собой, якобы за тобой. То есть мы обманем их и дадим им земное счастье, и они поклонятся нам. «Знамя хлеба земного ты отверг во имя свободы и хлеба небесного. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Даешь еду, и человек преклонится, ибо нет ничего бесспорнее, чем еда. Но если в то же время кто-нибудь овладеет совестью человеческой, помимо тебя, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстил его совесть». В этом ты был прав. «Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки веков победить и пленить совесть слабосильных бунтовщиков. И силы эти – чудо, тайна и авторитет». Это надо запоминать. За чудом люди гоняются больше, чем за Господом. Когда люди идут в духовную сферу, их больше всего интересуют чудеса. Когда мы только там советизм ушел, там новая Россия только из этого пепла поднималась, ельцинизм там появился, короче, непонятно, что было, появились православные книжки на разных этих развалах библиотечных. И одна из самых читаемых книжка была, это «Православные чудеса в 20 веке». Люди страшно любят чудеса. Чудо – это то, что их постоянно к себе влечет. Чудо настоящее, чудо ложное, всякое чудо интересно человеку. В нашем народе, в нашем, вот сейчас,
в российском народе, суммы, затрачиваемые на экстрасенсов, бабок, шепталок, гадалок, колдуней и всю на вот эту всю эту нечисть, в примерно 20-30, а то и более раз превышают суммы затрат в нашем народе на сверхдорогие операции. То есть есть тяжелые операции по пересадке там, костного мозга, там что-то еще, там по 5, по 7, по 8 миллионов там, собирают, чтобы ребенку там, или взрослому сделать операцию. Если суммарно сложить все дорогие операции, которые делаются в нашей стране за год, это накапает там много миллиардов. Так вот эти миллиарды нужно умножить еще в 20 раз, чтобы получилась сумма денег, которые наши люди тратят на экстрасенсов, гадалок, бабок и всяких шарлатанов. Настолько человек привязан к чуду. Настолько человеку хочется заглянуть куда-нибудь такое за занавесочку в тайные места. Чудо, тайна и авторитет. Сейчас он будет дальше это объяснять. Чуть лишь человек отвергает чудо, отвергает человек сразу и Бога, ибо человек ищет не только Бога, сколько чуда. И так как человек остается без чуда, оставаться без чуда не в силах, то он себе сам создаст новых чудес, уже собственных, и поклонится человек и знахарскому чуду, и бабьему колдовству. И хоть бы он 100 раз был бунтовщик и еретик и безбожник, ты же не сошел с креста, когда кричали тебе, издевались и дразнили, сойди с креста и уверуем в тебя. Ты не сошел, потому что опять-таки не захотел поработить человека чудом. Ты жаждал любви, свободной веры, а не рабских восторгов. О, ты очень высоко судил о людях, ибо они, конечно, невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Оглянись вокруг себя, посмотри на них, кого ты вознес до себя. Клянусь, человек слабей и ниже создан, чем ты о нем думал. Столь уважая человека, ты поступил, как будто перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал. А мы дадим им чудо, он говорит. Мы заберем у них хлеб, и им же его потом раздадим. Они будут целовать нам руки за это. И мы сделаем какие-то чудеса свои, и мы окружим себя тайной, и мы будем в глазах их великим авторитетом, и они пойдут за нас. Потом он говорит, мы разрешим им грешить. Он говорит, ладно, грешите, мы возьмем тяжесть вашу на себя. Мы разрешим вам все. Это современное общество, это в точности совершившееся портретное явление, как бы это чистая современная западная цивилизация. То есть Достоевский описал, как штрих-пунктиром описал то, что сегодня уже, в принципе, совершилось полностью. Неужели ты, да, впрямь приходил для избранных? Если да, то здесь есть тайна, нам ее не понять. А если это тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить, что не свободное решение сердец важнее, не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо и помимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой. Мы основали свою власть на чуде, на тайне и на авторитете. Люди обрадовались, что их опять повели как стадо, и с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки. А еще, говорит он, великий инквизитор Иисусу Христу, зачем ты отбросил власть? Ведь ты бы мог взять римский меч, меч кесаря, когда тебе говорят, вот поклонись мне, и все это я дам тебе. Значит, ты бы мог взять меч и возглавить человечество, а ты тоже этого не захотел. А людям бы это было очень надо. Ты не хочешь, мы сделаем. Ты восполнил бы всего того, что хочет человек на земле. Итак, суммируя, что же хочет человек? Найти перед кем поклониться, кому вручить свою совесть и таким образом соединиться, наконец, в один огромный человеческий муравейник для того, чтобы бесспорно и согласно все люди занимались одним и тем же. Вот глобализм, он, собственно, к этому потихоньку нас и ведет. Когда люди соединятся в один огромный муравейник, безбожный муравейник, и когда в одном порыве они поклонятся зверю, о котором написано в Откровении. Кто подобен зверю сему? Это, в общем-то, как бы сценарий, довольно уже угадывающийся в конкретных воплощаемых формах. Свобода и свободный ум, наука современная, заведут человечество в такие дебри и поставят человечество перед такими чудами и неразрешимыми тайнами, что некоторые люди, непокорные и свирепые, закончат самоубийством, другие непокорные, но малосильные, будут убивать друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные, несчастные, приползут к нашим ногам и скажут нам: «Владейте нами, командуйте нами, кормите нас,
мы будем вас слушаться. Получая от нас хлебы, они будут ясно понимать, что это их же хлеб, ими заработанный, просто нами раздаваемый. Но они будут целовать наши руки за то, что мы будем отдавать им то, что они сами заработали. Ну, потрясающе. Так вообще и происходит в мире капитализма. И мы возьмем на себя ответственность за их грехи и дадим им тихое, смиренное счастье, счастье сытых, слабых существ, какими они и есть. Это чистая картина современного европейца. Старый, глупый, сытый, довольный и всех боится. И кому-то кланяется, только не знает кому. Ну и ждет того момента, когда весь мир поклонится сатане. Ты вознес их и научил их гордиться. А мы докажем им, что они слабосильные, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого счастья. И они будут робкими, и станут смотреть на нас, и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Люди будут дивиться и ужасаться, глядя на нас, и гордиться тем, что мы такие могучие, такие умные, что мы могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. В общем, инквизитор это все говорит инквизитор Иисусу Христу, говорит ему, в общем, ты не хотел царствовать над миром, меч носить, а мы возьмем меч. Ты не хотел давать им хлеба даром, а мы дадим им. Ты не хотел окружить себя чудом, постоянным чудом, а мы сделаем все, что людям нравится. И мы возглавим их, и мы доделаем твое дело, ибо ты делал неправильно. Мы правильно сделаем. Ты сейчас молчишь, ничего не говоришь мне. Так вот знай же, что я знаю, что ты Христос. Завтра я тебя сожгу. И мы доделаем эту работу, сколько бы нам сил на это не пришлось потратить. Говорит он. И на этом обрывается разговор Ивана с Алешей. Вот эта глава «Великий инквизитор». Я хотел бы, чтобы вы, потому что я прочел суммарно процентов 10 или 15 из того, из этого произведения, именно этой главы, выбранные вещи. А вам бы хорошо было бы внимательно проработать этот текст, как и многое другое. Потому что Федор Михайлович, он вот такой, как бы, значит, он вообще... Есть такая тема у Юстина Поповича, есть такой сербский один очень известный батюшка, уже на небесах он. Значит, он говорил так, что на смену цивилизации Фауста должна прийти цивилизация Достоевского. Кто такой Фауст? Это легендарная средневековая личность, мы его знаем через Гёте, через... эту трагедию Гёте. Значит, ну, Фауст, как собранное вместе лицо, представляет из себя очень умного, очень энергичного, очень гордого, очень сконцентрированного человека, который успел узнать все, что можно было узнать, для того, чтобы получить власть над миром. Он занимался химией и алхимией, астрологией и астрономией, богословием и юриспруденцией. Он чего он только не делал. Фауст хотел знать все. Фауст хотел добраться до самых основ жизни, чтобы овладеть ими. Но при этом Фауст совершенно не имел счастья. Это был умный, энергичный, образованный, гордый и несчастный человек. Он был настолько несчастен, что он продал свою душу сатане за одно счастливое мгновение. Подписал контракт с ним, что если наступит такое мгновение, когда я скажу «остановись, мгновение, ты прекрасна», то забирай мою душу. То есть настолько плохо ему было. То есть он все имел, все знал и был ужасно несчастен. И вот Юстин Попович говорит, что этот Фауст легендарный, так ярко у Гёте изображенный, он представляет из себя коллективного западного человека. То есть современная западная цивилизация – это умирающая цивилизация Фауста. Цивилизация гордых, сконцентрированных, волевых, ужасно гордых людей, продавших душу дьяволу, и очень несчастных. То есть все есть, а счастья нету. Вы знаете, что такое фокус нашей цивилизации? Все есть, а счастья нету. Микроволновка есть? Есть. Холодильник есть? Есть. Стиральная машина есть? Есть. Билет на самолет есть? Есть. Банковская карточка есть? Есть. Телевизор есть? Есть. Сколько каналов в телевизоре? 246. Хорошо. Компьютер есть? Есть. Музыка есть? Все есть. Сыт? Сыт. Одет? Одет. А чего у тебя нету? Счастья нету. Все есть, счастья нет. Это наша цивилизация, мы ее построили. Ну, не мы построили ее, мы в нее влетели, так сказать, приобщились. Начиная с Петра Великого, ну и потом, да и сейчас.
То есть мы одним боком находимся с ней. Сейчас мы с ней воюем, поэтому мы как от нее отлепливаемся. И вот Юстин Попович говорит, что есть целая цивилизация Фауста. Это гордая и несчастная цивилизация. Ей на смену должна прийти цивилизация Федора Михайловича Достоевского. Как раз, если брать по роману «Преступление и наказание», это покаявшийся разбойник. Это цивилизация покаявшегося разбойника. Если брать по роману «Идиот», это цивилизация человека, который совсем не похож на окружающих, и его, ну, это князь Мышкин, который, ну, другой, это иной, это цивилизация иноков, если хотите, потому что иноки – это иные люди. Им нужно совсем не то, что нужно всем остальным. Если брать по книжке «Бесы», это цивилизация, которая перешла, прожила, преодолела, прошла через тяжелый период беснования, что весь 20 век русский народ бесновался. Он бесновался, кстати, весь 19 век, просто это не вылилось в революции. А в 20 веке, ну, декабристское, впрочем, восстание тоже можно, дворянской революции. То есть наш народ прошел через роман «Бесы». Мы его просто кожей прожили. То есть мы бесновались без малого 200 лет. Сейчас перестали вроде. Что будет завтра, никому неизвестно. И с точки зрения братьев Карамазовых, это цивилизация Алёши. Человека, который понял, что Бог есть. И понял, что если Бог есть, то слишком мало ходить по воскресеньям в церковь и давать нищему пятачок. Нужно, если Бог есть, а Он есть, нужно отдать Богу себя полностью. То есть это цивилизация Алёши Карамазова. Эти вот пятикнижия Достоевского, там эти пять главных романов, ну там еще «Записки с мертвого дома», там «Подросток», там это все есть. Это должно быть прочитано, потому что действительно, если у мира есть будущее, то у него должен быть какой-то цивилизационный проект. У мира должен быть цивилизационный проект. Никто не строит дом, не имея чертежей. Никто не строит мост, не проводя расчетов. Причем, если расчеты будут неправильные, мост рухнет. Ни арматурой, ни бетоном, ни цементом, ни железом ты не спасешь неправильный расчет. Сначала в лабораториях, в конструкторских бюро очкарики сидят и пишут какие-то циферки, высчитывают эту инженерную конструкцию. Если они ошибутся, гоплык, все развалится. Если они не ошиблись, то потом с этими бумагами строители будут делать настоящий мост, но сначала бумага, сначала циферки, сначала буковки, сначала идея. Если у человечества есть будущее, то должна быть идея, прописанная и проговоренная. Потому что до сих пор у человечества была только одна идея – быть похожими на Америку. Делать так, как делают они, повторять, как обезьяна, все, что повторяют они, и во всем быть у них учениками или мальчиком на побегушках за ними. Сегодня эта песня заканчивается. Не так быстро, к сожалению, но заканчивается, и она закончится. Потому что Америка выпустит из своих рук бразды правления человечеством. Она достаточно ограбила человечество и достаточно поиздевалась над ним вместе с коллективным Западом. Вместе с Бельгией, Португалией, Англией и с другими этими делителями большого пирога. Она уйдет со сцены. А что дальше? Должна быть новая идея и новый прописанный план. Новая цивилизационная задача. Вместо Гёте, вместо Фауста. Вот Федор Михайлович, у него в принципе в деталях и в общем прописано хорошее будущее для человечества. Новая всемирная цивилизация, в которой Россия играет роль души, или даже не только души, а умного центра, то есть исихасского сердца. То есть молящееся сердце мира должна быть Россия. Россия должна быть умной и сердечной центральной сферы вот этого нового человечества. И это прописано именно вот у Федора Михайловича, в частности, я говорю, в «Преступлении и наказании» через покаяние, в «Бесах» через наше прошлое, уже прожитое нами, и возможное будущее, если мы не покаемся по-настоящему. В «Идиоте», в «Братьях Карамазовых» и так далее. Вот, то есть это очень практическая вещь. Вообще литература – это очень практическая вещь. Вот даже если того же Гёте, если, например, взять, кстати, читали вы его, не читали, стоит прочитать. Вообще нужно прочесть те книжки, которые вы не читали. Достоевский, например, говорил, что на страшном суде для своего оправдания люди смогут показать Господу Иисусу Христу, пришедшему во славе, в знак того, что мы хорошие, книжку Сервантеса «Дон Кихот». Говорит, если мы такое написали, значит, не совсем мы плохие. То есть так высоко Достоевский ценил литературу. Если люди способны написать Дон Кихота, придумать и написать,
если другие смогут прочесть его, перевести на разные языки и читать Дон Кихота. Уж какого Дон... Причем тут Дон Кихот, казалось бы, да? Ты скажешь, что ты несешь вообще? Зачем читать Дон Кихота? Достоевский считал, что если такие книги появляются, значит, мы не безнадежны. Значит, у нас есть глубокое, чувствующее, сострадающее сердце и талантливая душа. Значит, мы от Бога и к Богу. От Бога вышли и к Богу грядем. То есть литература – это великое занятие. Я когда-то имел смелость сказать, что если вы устали каждый вечер читать одно и то же из молитвенника, поменяйте планы. Возьмите вместо вот этих молитв, прочитайте кусок из Библии. Послание апостола Павла к фессалоникийцам прочитайте, например. Или возьмите, прочитайте там кусок книгу Ионы, она короткая, там две главы или три. Или возьмите, там, почитайте там две главы Экклесиаста. Или даже возьмите, прочитайте письмо Татьяны Онегину. Серьезно, потому что я уверен, что девочка, которая прочитала внимательно письмо Татьяны к Онегину, почти на 50 с лишним процентов защищена от того, что произойдет с девочкой, которая не читала письмо Татьяны к Онегину. Это магические слова. Это высокое целомудрие, облеченное в красивейшую русскую рифму. Это просто песня. Это песня. Всем соловьям стыдно петь после того, как эти стихи были написаны. Эта песня лучше, чем соловьиная. И если девочка прочтет эту песню, она у нее где-то в сердце заляжет, ей трудно будет согрешить. Так, как легко будет согрешить той, которая ничего в жизни не читала. И кроме какой-нибудь там группы, там комбинации, ничего не слушала. Серьезно? Прочитанная книга, как съеденная пища, навсегда в тебе остается. И она делает там свою работу. Так вот, эти книги, они очень рабочие. Тот же Гёте, например, смотрите. У него там в этом Фаусте, у него есть пророчество. Прям удивительно. Еще до этого еще 200 с лишним лет было. Появление бумажных денег, кредитных карточек и всего остального Гёте предсказал в Фаусте. Очень там прям... Прикиньте, там сатана, Мефистофель вместе с этим Фаустом приходит в какое-то королевство, а в королевстве денег нету. А сатана научил этого Фауста сказать, говорит, слушай, а у тебя же, наверное, здесь есть какие-то серебряные рудники, у тебя там в этой стране там золотые рудники. Он говорит, ну, конечно, есть. Но сначала нужно добыть серебро, начеканить монеты, а потом как бы расплачиваться этим серебром. Он говорит, нет, сделай так, выпусти бумажные деньги в счет будущего серебра, который ты добудешь. То есть пока ты его там добудешь, пока ты его найдешь, пока ты его начеканишь, ты сегодня сделай бумажные деньги и расплачивайся бумажными деньгами в счет будущих денег, которые ты достанешь скоро. Хорошо? Говорит, хорошо. Как он это придумал? Тогда действительно в Европе все рассчитывались реальным серебром, реальным золотом. Там, ну, векселя, ценные бумаги были, но никто еще это не листал из денег, как карманные деньги бумажные. В счет будущего дай нам сегодня, это жизнь в кредит. Нарезали цветной бумаги, раздали людям, как бы они вроде покупают и живут, а потом говорят, отдавайте обратно с процентами. Это кредитное рабство. И вот Фауст сказал это царю, царь обрадовался, и народ начал жировать на бумажке. Потом они через полгода возвращаются туда, а там страна вся сгорела, там была революция, война, все начали резать друг друга, обнищание, то есть разрушили страну. Фантиками накидали, залистали страну фантиками, и разрушили ее. Это же сегодняшний день. Так же американцы поступают со всеми странами. С Аргентиной, с Украиной, с Россией поступали так же. А Гёте написал об этом еще, когда этого в помине не было. Это просто литература. Такую силу пророчества имеет. Или, например, там они что-то там куда-то прилетают, смотрят, а там какой-то колдун химичит над какой-то пробиркой. Он говорит, что ты делаешь? Я делаю гомункулуса. Что такое гомункулус? Это искусственный человек, выращенный в пробирке. Слышите, у Гёте появился образ человека из пробирки. Да ё-моё, да Гёте же был на 50 лет старше Наполеона, тоже жил непонятно когда. Да, у него в литературе прописаны целые куски нашей сегодняшней истории. Дети из пробирок, деньги из фантиков, не оплаченные никаким товаром. Ну, вы знаете, что гораздо, денежная масса в сотни раз превышает количество материальных ценностей. То есть фантики, которые как бы раскидали по миру, это все в литературе есть. То есть поэтому непрочитанные книги нужно прочитывать. Если вы не читали, там, скажем, «Братья Карамазовы», там, надо прям прийти и прочитать его за каникулы там, или за отпуск. Вот ушел в отпуск человек, взял с собой там 3-4-5-томник Достоевского. Вот пока не прочтешь, домой не возвращайся.
Значит, сидя на пляже, как бы там наклеил там на нос бумажку, чтобы не шелушилась кожа. Вот. И читай, сиди. Потому что я не понимаю, как может русский человек не знать близко к тексту все романы этого великого писателя. Ну не только его. Потому что если вы не читали того же Гёте, надо его прочесть. Да вы, может быть, даже уже забыли, о чем Евгений Онегин написан. Что там к чему там. Кто кого любил, кто кого стрелял. Надо тоже прочитать. Это живые слова. Так что, друзья мои, переходим к второй части нашей беседы. Отец Андрей, меня зовут Таня, я из Рязани. Мне 10 лет, у меня к вам вопрос. Почему святые на иконах не улыбаются? Милая Аня, кроме святых, еще есть целые категории людей, которые тоже не улыбаются. Например, есть такая пословица: кто в армии служил, тот в цирке не смеется. То есть люди, которые... Ну, серьезно, есть такие события в жизни, которые слишком сильно меняют эмоциональный как бы фон человеческий. Ну, вообще-то это не... Есть иконы, на которых, например, Пресвятая Богородица улыбается. Есть такие иконы, на которых она очень, очень мило улыбается, значит, ее светлый лик, ее такой, как бы озарен улыбкой такой кроткой, такой смиренной улыбкой. То есть Матерь Божия на иконах улыбается. Многие святые были большие шутники. Вот вчера была память Петра и Павла, а вместе с ними был память Паисия Святогорца, такой отец Паисия, афонский монах. Это был шутник прям на загляденье. Он так мог развеселить всех. Он был серьезный, глубокий человек, но он умел шутить. То есть святые шутить умеют. Если... А на иконах мы не изображаем их, так сказать, веселыми, потому что они же к нам обращены. Они смотрят на нас, как бы, и как каждый взгляд святого на нас. Это маленький страшный суд, он говорит, как бы, человече, просыпайся, будь серьезным. Мы и так слишком много смеемся. Так что святые нас, как бы, возвращают к реальности, но есть святые, которые и пошутить умеют, и есть изображения, на которых они улыбаются. Есть такие изображения. Только смех должен занимать в жизни не очень большое место. Больше, чем смех, должно быть в жизни серьезного. А есть такая тенденция, чтобы превращать каждый день в хихоньки-хахоньки. Это очень опасное занятие. Смеяться нужно уметь, и нужно уметь перестать смеяться. Понимаешь? Надо еще знать, над чем смеяться, над чем не смеяться. Есть такие шутки, над которыми нельзя смеяться. Есть такие шутки, взрослые знают. Кто-нибудь тебе что расскажет, например, ждет, что ты с ним посмеешься. А ты не смеешься, тебе обидно слышать такое. Правильно? Не над всем же можно смеяться. Конечно, не над всем. Вообще научиться, над чем можно смеяться, а над чем нельзя смеяться, это целая задача. Эту задачу решал в нашем народе Николай Васильевич Гоголь. Вот уж кто мог рассмешить весь мир, так это Гоголь. Но он смеялся сквозь слезы. Вот надо читать Гоголя в этом отношении, если мы хотим понять культуру смеха. Так что, Анечка, есть святые, которые улыбаются, но смеяться нужно дозированно. На этом все, пока. Спасибо. Светлана из Куга. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, как детям привить любовь к чтению и как вообще воспитать у них вот тот фильтр, когда они смогли распознать вот то, что сейчас подается, вот этот суррогат, а той культуры, которая у нас была? Какая у нас была? Что вы имеете в виду под «была», если можно? Ну, высоконравственная, скажем так. Понимаете? В 19 веке, при царской России. Ну, я понял вопрос. Понимаете, смотрите, как воспитать камертон такой в человеке. Вот оптинские старцы говорили в свое время, что человеку нужно наслушаться хорошей музыки, насмотреться хороших, красивых, подлинных шедевров, картин, начитаться хороших книг для того, чтобы потом, впоследствии, иметь внутреннее противоядие против какой-то мерзости в области художества, или какой-то мерзости в области театрального искусства, или какой-то мерзости. То есть нужно знать хорошее, чтобы сопротивляться плохому. Они так советовали. Вот. Как это нужно вернуть, как это, значит, научить детей читать, я думаю, что можно, пожалуй, единственный способ, который у нас есть, это читать с ними вместе. Вот, например, у нас точка сборки семьи, это же телевизор, как правило, да? А если его погасить и зажечь свечу там, или включить какой-то такой ночничок какой-то такой, собраться вокруг стола, чтобы мать читала или отец читал, а дети слушали. Вот я думаю, что это очень редкая вещь. Вот думают, вот это совершенно вымытая вещь. Хотя в том же 19 веке это было совершенно нормальное явление.
Мама читает, дети слушают. Или старушка-мама сидит в кресле, а взрослая дочка читает ей какую-то свежую газету или новый роман, или вечернее правило. Допустим, да. То есть старикам читают, значит, взрослые дети или маленьким детям читают. Вот культуры совместного чтения у нас сейчас нету. Может быть, стоит ее возродить, потому что я больше не вижу других способов. Потом еще, знаете, что еще? Иногда существуют хорошие экранизации хороших романов или хороших повестей, и есть такой обратный ход. Посмотреть хорошее кино и потом найти книжку, по которому это кино снято. Ну, может быть так, потому что мы живем в визуализированной эпохе. «Войну и мир» мало людей прочитали, но фильм «Войны и мир», их сотни экранизаций, видели почти все. Нужно идти от книги к книге, вернее, от фильма обратный путь совершать к литературному произведению. Я думаю, это тоже полезная вещь. Но вообще домашнее чтение нужно возрождать. Культуру домашнего чтения. Больше не знаю, что сказать по этому поводу. Пока. Добрый день, батюшка. Добрый день, люди. Добрый день. Человеки, кроме хороших качеств, присутствуют и плохие. Со временем у нас теряется чувство долга, чувство ответственности, чувство любви. Ну и самое страшное, чувство... православие. Мы подходим к исповеди и к причастию уже как-то обычно. Я помню, когда подходил первый раз, там уже. У меня коллеги здесь, я боялся еще очередь, потому что сказал, вы как-то упоминали в своих проповедях то, что нужно вспоминать первый раз и так идти. Я думаю, что всем было бы интересно послушать ваш первый подход к исповеди и к причастию. Ну, это вы хотите, чтобы я разделся, как бы, да? Вас тут много, как бы. Ну, ладно, я хорошо, я в принципе в дозированных каких-то формах я скажу вам, да. Ну, все будет очень парадоксально, понимаете? Парадоксально будет, а только не берите с меня пример в этом отношении. Но было все, конечно, очень было все очень весело. Это было преображение. Значит, поодиночке шли и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, Преображение Господне. Доложу вам, что мой любимейший праздник, ну, с Пасхой нельзя ничего сравнивать, но это любимейший мой праздник. Кстати, любимый праздник на Святой Руси был тоже. Преображение было. Я пошел в церковь, значит, про первую исповедь. Наелся котлет. Просто котлеты были с вечера, как бы, в холодильнике, а я люблю холодные котлеты. А вкусно делали, вообще-то это самое. В общем, котлеты были в холодильнике. Я не собирался причащаться, я и не готовился, да я и боялся, да и, короче, я и не исповедовался ни разу еще. Я просто уже несколько лет ходил в церковь. Несколько лет! Ну, не так регулярно, как бы, но, в принципе, постоянно. То есть я не мог пройти мимо храма, я заходил. И вот было преображение Господне. И я поел котлеты, пошел в церковь. А что, нельзя, что ли, думаю? То есть я был такой, как 150 миллионов соотечественников. Да я и сейчас такой же. Значит, и я стоял на службе, и меня пробрало. Вот накатило, короче, вот пробрало меня. Я видел, как стоит длиннющие очереди к священникам, священники всю службу исповедуют, и каждому из них стоит там несколько, два или три их было. Вот, и стоят хвосты людей, как бы там он их накрывает и петрохилию, что с ними, и они отходят, как бы кто-то в слезах, кто-то без слез. Я это все как бы краем глаза наблюдаю, стою на службу, и меня накрыло. То есть я почувствовал Бога. На богослужение вообще нельзя не чувствовать Бога, иначе зачем туда в церковь ходить. Ну, меня пробрало. И уже вынесли несколько чаш. И все еще стояло несколько священников, которые все еще доисповедовали этих последних исповедников. И начали причащать. И вдруг мне сильно захотелось причаститься. Очень сильно. Впервые в жизни. И я видел, что все идут к чаше после исповеди. И я тоже пошел в эти последние, эти короткие, эти хвостики этих заканчивающихся исповедей. А меня накрыло, повторяю. То есть я плакал. У меня было, наверное, поднялось давление, у меня колотилось сердце в груди, и перед глазами у меня были какие-то мультики, шарики, не знаю, короче, я не понимал, что происходит. И я подошел к священнику, потному, уставшему, замученному, у которого уши горели от этих выслушанных этих исповедей, самых разных, как я теперь понимаю, от очень глубоких до очень примитивных, от очень необходимых до очень ненужных. И много людей, уже пора причащать, уже, и он стоит уже, ну давай. И я там стоял последний. И он весь мокрый, это жара, это же август.
На нем течет все вот это. И он видит меня, а там причащают. А я хочу причащать, и я стою, и меня рвет в разные стороны. И он говорит, ну иди сюда, иди, иди, иди сюда. И говорит, и вот, вот была моя исповедь, ты много нагрешил? Я говорю, ой, как много, и начинаю плакать. А он мне накрывает епитрахилию, читает нам рассчитанную молитву, больше ничего не успел сказать. Говорит, иди, иди, иди уже, иди, причащайся, иди. Турок, говорит, дождался до самого посылка, говорит, иди вон чашу еще. И я вот в этих слезах, и я почувствовал, что мне простились все грехи. Я ничего не успел сказать. Я только заплакал, зарыдал просто. И он говорит, прощаю, разрешаю, шуруй отсюда, иди, иди к чаше. И я пошел к чаше и причастился в первый раз тела и крови Господа Иисуса Христа. Конечно, забыть это нельзя, но повторять такое тоже нельзя. Нельзя ни забыть, ни повторить. Поэтому мне очень понятно, что исповедь – это не про слова. Когда есть много слов и нету слез, то я бы, а можно наоборот, как вы помните, как Карлсон говорил, там, 8 свечек, один пирог, давай наоборот, 8 пирогов, одна свеча. Давайте много слез и никаких слов. Вот я считаю, что покаяние – это много слез и никаких слов. Да скажи уже, ладно, ну скажи. Раз уж хочешь сказать, ну скажи. А в принципе слова, 7 глава Евангелия от Луки. Потрясающий текст. Иисус Христос сидит в доме какого-то фарисея. Что здесь сидит? Лежит. Они же лежа ели. Не за столом же сидели. Какая-то блудная женщина, которую все в городе знали. Ну, города маленькие, там в городе там 2000 живет людей. Если какая-то блудница там живет, то ее все знают. Это блудницу, которую все знали. Она знает, что там Христос сидит, она лежит, возлежит за столом. Она туда идет. Она опускается на колени, она к нему ползет сзади. Она боится ползти к нему в глаза, чтобы не посмотреть на него, потому что она боится, что он сейчас помрет со страху. Она сзади подползает к нему и начинает целовать ему ноги. И у нее из глаз льется столько слез, что она моет ему ноги слезами, моет. И целует ему ноги и вытирает волосами своими, распущенными своими, что, в принципе, неприлично, как бы, да, распускать волосы. Тогда и чему для женщин. И он ей говорит, отпущаются тебе грехи. Говорит, иди в мире. Там фарисей говорит, если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница и так далее, и так далее. И говорит, Симон, я тебе что-то скажу. Ну, скажи, Рави, скажи. А там было должнику, там два должника было. Там, один 5000 динарий, другой 500 был должен. Оба не могут отдать. Он взял обоим, простил. Кто его больше полюбит? Говорит, того, кто больше простил. Говорит, вот она, вот. Ей 5000 простилось только что. Говорит, иди в мире. Она ни слова не сказала. Говорит, отпускаются тебе грехи. Она только выла и плакала. И целовала ноги и вытирала волосами. Все. Вот тебе. Это вообще эталонная исповедь. Ну, что такое похожее было и у меня. Конечно, нужно потом уже и рассказать про себя, там что-то там, и тогда, и так далее, и тому подобное. Но вот оно, вот это Евангелие, которое оживает. Я даже не успел сказать, что я поел. А батюшка меня даже не спрашивал, говорит, да иди уже. Я на крыльях летал в этот день. Если бы во Львове нет ни одной ни реки, ни озера, ни даже лужи приличной, как в Миргороде, знаете, Миргородская лужа у Гоголя есть. Во Львове нету приличной лужи, там просто с водой плохо. Там дождь вечно идет, но с водой плохо. Если бы там было озеро, я бы по нему ходил бы, наверное, в этот день. Я просто ног не чувствовал. Я просто по нему ходил. Но с тех пор я больше не пропускал ни одного воскресенья. Я уже не ходил, просто хожу, не хожу, там пойду, не пойду, там хочу, пойду. Нет, я с тех пор не мог жить без церкви. Не мог. И я почувствовал, что мне все грехи простились. Вот такие были дела. Спасибо. Отец Андрей, добрый день. Я офицер в отставке, зовут Григорий. Отец Андрей, известно, что в школьные годы вы закончили Суворовское училище и потом учились в престижном военном вузе. Вот хотел, как офицер запаса, узнать, что вас побудило уйти из военного вуза и поступить в духовную семинарию. Я уже рассказал про первое причастие. Это с головой хватит самораздевания сегодня. То есть весь вечер на арене я не буду. Я, в общем, случилось что-то, и я поступил в семинарию. Все, больше ничего не скажу. Хватит. Товарищ полковник, простите, не буду рассказывать, не буду. Уважаемый отец Андрей, с
священник Сергей Корецкий. Хотел поделиться такими мыслями, которые волнуют, я думаю, очень большую часть православной общественности в нашей стране. Вот вы говорили о построении цивилизации Достоевского, и один из таких важнейших столбов в этом делании – это система образования в России. И у нас в школьной программе есть такой предмет «Основы православной культуры», преподавание которого вызывает тоже обеспокоенность. У нас со стороны церкви продвигается этот предмет, правильно делается, что продвигается, но есть обратная сторона, когда преподают этот предмет не церковные люди, то есть не носители православной культуры. И, на мой взгляд, получается обратный эффект, отторжение. В общем, хотим преподать здоровье духовное, а получается, дети воспринимают это как сказки, как мифологии и отторжение. И я задавал эти вопросы на разных площадках, на маленьких, но они как-то не продвигались. У нас отчеты, значит, с патриархии требуется епархия со священников, чтобы это процент преподавания основ православной культуры он увеличивался. А вот на то, чтобы повысить качество, вот я с кем разговаривал, говорят, ну пусть оно будет сначала, значит, количество, а потом оно перерастет в качество. Но, на мой взгляд, нужно, значит, и тем, и другим параллельно заниматься. И у нас как получается? Директор школы назначает учителя, у которого не хватает часов, но да. Он отправит его, там он 2 недели курсы послушает и преподает то, как он видит. И получается, что у детей прививка от православия. Ну, там какие-то вот там древние там что-то да, они да. Значит, несут. Но это не про нас, это вообще не про жизнь, не про будущее тем более. Хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу и по поводу решения, предполагаемого решения вот этой проблемы. Дорогой отче, я не думаю, что мы увидим в ближайшее время качественное решение этой проблемы. В духовных вещах, вообще-то, конечно, лучше это либо хорошо, либо никак. Я так думаю, что вообще-то в духовных вещах либо хорошо, либо никак. Чистое количество, как бы, оно ни о чем же не говорит. Нам лучше иметь там, не знаю, в 10 раз меньше прихожан, но в 10 раз лучше, чтобы они были, чем иметь непонятно кого, как бы в больших количествах, которые они тебя потом съедят, между прочим. То есть это непонятно потом, что чем-то закончится. Но ситуация такова, что никто не свернет назначенных планов, и мы будем вынуждены исполнять послушания свои, как бы, и будем это все делать с небольшим КПД. То есть КПД, нужно признать, невелико. Мое личное мнение, оно может быть неправильное, но это выстраданная мысль, что учить нужно взрослых. Самая главная задача – учить взрослых, чтобы потом взрослые учили своих детей дома. Какая-то у меня в этом метафора такая приходится, полеты в самолете. Знаете, когда летит человек в самолете, то там стюардесса предупреждает, как себя вести, если вдруг будет разгерметизация салона. Говорит, выпадут маски, да? Если вы путешествуете с детьми, то наденьте маску сначала себе. Потрясающе. Если вы разливаете суп, то первую тарелку ему, а если выпадет маска, то ее сначала себе. Почему? Потому что если вы погибнете, он точно погибнет. Он без вас не может жить. Поэтому надо сначала сдать кислородную маску взрослым, я так считаю. А потом взрослые мамы, покаявшиеся, взрослые папы, уверовавшие, должны будут заниматься им детьми. Иначе мы тратим массу сил с маленьким, на маленькой отдачей. Но пока ситуация не поменяется, потому что просто, ну просто так оно сейчас, на таком этапе историческом мы находимся. Мы будем делать эту тяжелую, мало отдающую плодов работу, и я пока не вижу, как это менять. Не вижу. Вот у меня есть мысли, я не знаю, насколько они осуществимы, о том, что кандидаты, которые в школах преподавать этот предмет, да. Согласовывалось как-то со священником, который окорляет. Это должно быть просто как дважды два должно было бы быть. Конечно, конечно. Если мы приглашаем в школу, например, на какую-то студию бального танца человека, какого-то тренера по танцам, то этот должен быть тренер по танцам, а не шиномонтажник с СТО. То есть, как бы, ну, преподаватель иностранных языков совершенно... должен быть носителем. Да, если ты преподаешь английский, должен знать английский. Если ты преподаешь православную культуру, ты должен быть православный, воцерковленный человек. А если как бы слесарь преподает православную культуру или там, балетмейстер как бы, какой-нибудь, да, тогда, конечно, это все просто для галочки, оно не работает. Ну, Господи Иисусе, у нас полжизни проходит в галочках и в формализме.
вся наша жизнь, да какая пол, по-моему, гораздо больше. Очень много кусков нашей жизни, это, собственно, чистый формализм и галочка. Это и государство требует от нас, от того, сего. В общем, дай мне справку, что у тебя есть справка, в общем, так называется. Все хорошее, что есть в нашей жизни, делается усилиями редких энтузиастов. Куда бы ты ни посмотрел, в армию, там то же самое. В науку там то же самое, в педагогику там то же самое, в спорт там то же самое, в бизнес там то же самое, в церковь там то же самое. Отдельные энтузиасты, которые горят на своем месте своей любимой работой, они, собственно, всю жизнь в России и были, в общем-то, теми, на которых, кто тянет паровоз за собой. А все остальное, оно как-то живет по другим каким-то принципам. Это наши слезы, но я не вижу изменения в ближайшее время. Все останется так же, как было в ближайшее время, к сожалению. Надо терпеть. Это то, что нам нужно терпеть. Вот еще с чего состоит наша жизнь, это постоянно терпишь то, что тебе не нравится. Я не вижу никакой лазейки, чтобы смыться оттуда. То есть, как бы, не нравится, не нравится. Терпи, хорошо, все. Вот. Не, ну я же не только, так сказать, с нашей территории озвучиваю Москва, проблемы, я общаюсь с разными людьми. Москва и провинция, что... это не значит, что в Москве все самое лучшее, а провинция самое худшее. Бывает и наоборот. Есть очень много вещей, которые живут и существуют в провинции, и которых в принципе нет в России, в столице. Это денег в Москве больше, но это не значит, что там обязательно во всех вещах столица впереди. В столице есть свои проблемы, вы не думаете. Я говорю сейчас о системе, как да, система. Это работает. Вы знаете что, поскольку вы где-то возле Суры живете, я думаю, нам всем, попам, поможет Иван Ильич Сергеев Кронштадтский, который родился там на Суре, там возле вас. Вот кто попам поможет, как никто. Вот этот человек, Иван Ильич, поможет всякому православному священнику, причем сегодня же. Вот что нужно. Вот жителю Суры передаем пламенную просьбу ехать на Суру со слезными молитвами отцу Иоанну. Ну, там вы через Питер будете, может быть, ехать, на Карповку зайдете. Это, безусловно, истина. И в первую очередь, конечно, нужно адресовать призыв к духовному делу, не к самому себе, да, к очистим, да. К красности. Немножко о другом, именно о том, чтобы... Я понимаю, отец, я вас понимаю. То есть пока что система будет такая, какая она есть. То, что не нравится, мы будем терпеть. То, что сможем, будем делать. Вот все. А проговоренная проблема будет исцеляться. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Татьяна. Вопрос такой. Согласны ли вы с тем, что слова Суворина о том, что если бы Достоевский написал продолжение «Братьев Карамазовых», то Алёша пошел бы в революцию, это факт? И какие еще есть подтверждения этому? Достоевский думал об этом и про такой вариант развития сюжета предусматривал. Но, как вы знаете, Татьяна Ларина вышла замуж без желания Пушкина. Помните, да? То есть моя Татьяна, говорит, взяла и вышла замуж. Как бы. То есть развитие сюжета не зависит от первоначального замысла автора. Не зависит. Автор может придумать закваску, затравку, начало произведения, но как оно будет развиваться, это происходит по совершенно неизвестным нам законам. Они самому автору неизвестны, поэтому мы не знаем, что было бы во второй части «Братьев Карамазовых», если бы она была написана. Этого не знает никто. Мы знаем только, что она не была написана. Этого достаточно. Если правда, что Алёша же имел несколько прототипов, и сходятся на мнении, что митрополит Антоний Храповицкий был самым таким часто упоминаемым прототипом для Алёши Карамазова. Так вот, митрополит Антоний Храповицкий не пошел в революцию. То есть прототип Алёши в революцию не пошел. Более того, он возглавил зарубежную русскую церковь, бежал от революции на родине и хранил православие в месте изгнания. Поэтому это вопрос гипотетический и не имеющий практической пользы. Но если нужен мой ответ, я думаю, что роман бы развивался по своим внутренним законам, над которыми сам Достоевский тоже не властен. Спасибо. Отец Андрей, приезжайте в гости. Куда? В город Нижний Тагил. Нельзя побывать всюду. Есть такая печаль у человека. Нельзя побывать всюду. Нельзя все съесть. Понимаете, нельзя посидеть на всех стульях. Человек очень маленькое просто место в пространстве занимает. Очень маленькое. А мир такой большой, человек такой маленький. Поэтому лучше сидеть на месте и думать правильную мысль, чем по всему миру скакать. Ну, за приглашение спасибо.
Здравствуйте. Уважаемый отец Андрей, я как раз вот преподаватель основ православной культуры. И у меня тоже вопрос. Да, только я вот не отношусь к храму, а просто православный человек. Но каждый раз, ведя уроки, я сомневаюсь. Думаю, знаю ли я, правильно ли я преподаю. И вот хотелось бы спросить у вас, может быть, есть какие-то программы, которые бы вы порекомендовали вот для преподавания? И как вы относитесь к программе «Истоки»? И что еще? Может, книги? И еще, чтобы им интереснее было и понятнее было. Потому что действительно, если начинаешь говорить там... Дорогая сестрица, я понимаю вас. Я, простите, я хочу, чтобы мы успели. Предметно по программам я не могу давать вам точечную рекомендацию. Я не знаком с разными программами, чтобы их изучать и сравнивать. Это вопрос методического кабинета, скорее, чем меня. Я здесь не подскажу вам ничего. Я вам скажу вот что. Преподаватель вообще-то человек, который должен учиться всю жизнь. И на вашем поле работает все, что есть в мировой культуре. Вообще все. Вы можете, например, вот у меня была такая идея, вот хотите идеей поделюсь? Значит, например, я спрашиваю у детей, у которых веду закон Божий, например, да, что вы сейчас учите по физике, например? Они говорят, там, допустим, три закона Ньютона. А вы знаете, что о Ньютоне, о самом Ньютоне, биография Ньютона, например, люди могут выучить три закона Ньютона, хорошо, если они их выучат, там сила действия равна силе противодействия и так далее. А вот про Ньютона им бы рассказать, как раз на моем бы уроке, это бы очень бы сделало бы, как бы, понимаете? А что вы сейчас учите по истории, например? Они говорят, а вот по истории мы учим пунические войны. О, так я вам расскажу про пунические войны, чтобы вам было легче историю сдавать. А что вы учите сегодня по родной речи? Они говорят, вот то-то, а то мы там учим эту самую, там, какую-нибудь там, Олесю, например, Куприна мы читаем. А, прекрасно, так мы и на моем уроке ее прочитаем, там есть чему поучиться. Короче, это интегральный предмет. В идеале, по моему слабому мнению, преподаватель закона Божьего должен знать все. Для того, чтобы говорить обо всем и говорить интересно. Говорить интересно обо всем. Повесил картину, например, какую-нибудь «Три богатыря», и весь урок про нее рассказывай. Кто был прототипами, кто написал, когда написал, почему написал, какие смыслы зашиты в эту незамысловатую, казалось бы, картину. Все для вас. Единственное, чего нельзя преподавать в законе Божьем, это скучно преподавать нельзя. Все, что интересно, все, что весело, все, что драйвово, это закон Божий. Скучно не может быть закон Божий. Не может. Поэтому, если вы интересный, образованный человек, если вы каждую неделю выучиваете по одному стиху на память, если вы каждую неделю прочитываете по две книжки, не связанные с вашей профессией, если вы каждую неделю смотрите одно интересное кино, да ё-моё, да вы будете прекрасный преподаватель любого предмета. Вперед! Интересный человек нужен детям. Интересный взрослый человек. О! Спасибо. Здравствуйте, отец Андрей. Я бы хотела развить эту тему с воспитанием православия в детях. Мне 14 лет. Я из республики Коми, конкретно из города Сыктывкара. И вот как раз-таки хотела поговорить о том, что очень важно учить детей православию не просто по Писанию, а именно с точки зрения их каких-то, ну так скажем, интересов. Чтобы это не было, как вы сказали, скучно, чтобы это им было интересно. И вообще у меня такой еще уточняющий вопрос. Как не то что распространять веру, православие среди сверстников, среди вообще общества, которое тебя окружает. Вот как, возможно, преподнести это другим людям, с точки зрения того, чтобы и не получить осуждение, и вроде бы не навязать. Ну, так чтобы и не получить осуждение, понимаешь, да пусть осуждают, а чего бы нет. Это вы хотите так, как бы, чтобы все были православные, но мне за это ничего не было, как бы. То есть так не будет, как бы. Если ты приведешь кого-то к православию, тут же по башке получишь за это от кого-то. Потому что не всем это нравится. Как бы, смотри, дорогая моя, значит, опять-таки здесь все заключается в следующем. Шило в мешке не утаишь. Было бы только там что-то шило. Потому что если его там нет, то тогда и утаить нечего. Вера имеет такое свойство, что она скрыться не может. Если, понимаете, благовоние не обнаружит себя запахом, а солнце обнаружит себя солнечным лучом, а вода будет увлажнять, а птица будет щебетать, а вера будет распространяться, конечно. Если вы не можете ничего распространить, может, вам нечего распространять?
Понимаете, в чем проблема? Что ты будешь распространять? Мне самому не хватает. Как бы. Вера моя столь маленькая, что я сам не уверен, что я верующий. Кого я могу научить? Если вы будете иметь веру, как зерно горушное, так, чтобы с него дерево выросло, как бы, то вы и птиц небесных заставите в этих ветвях, так сказать, от дождя укрываться. В общем, нужно иметь, чтобы давать. И вся наша проблема, что у нас нечего дать, потому что мы сами не имеем. А когда у тебя будет что дать, оно само и дастся, извини меня. Понимаешь, что вот и все, вот, вот и простейшая ситуация. Мы не можем дать людям того, чего у самих у нас нету. Любовь, любовь, любовь. Ну нет у меня любви, ну и, не мол... ну и молчи, не говори про любовь ничего. Нет, так молчи. Есть покаяние, говори про покаяние. Есть слезы, говори про слезы. Есть милостыня, говори про милостыню. Чего нет, о том и не говори. Я так считаю. Вот и все. Все, следующий. Спасибо большое. У меня ответ на вопрос еще передали. Давай, читай. В сериале про русское кладбище в где-то. Да, знаю. В части о матушке Марии Скопцовой. Да. Речь шла о богословии встречи. Да. Можно ли мирянину сегодня применять это богословие встречи в жизни? Понял. Похожая Наталья. Хороший, да. Значит, вообще, смотрите, все, что практикует духовенство, почти все, это все может практиковать и мирянин. У нас нет такой резкой границы между мирянином и духовенством, чтобы у духовенства было совсем свое, а у нас у мирян было совсем свое. Все, что касается, там, не знаю, там, покаянной практики, там, любви, молитвы, там, еды, отдыха, это все может быть нашим общим. Не нужно так сильно разделять духовенство и православие. Что там имеется в виду? Богословие встречи. Матушка Мария Скопцова, мученица, она пошла в это, то есть оцените человека, то есть она в, какой это был, Равенсбрюк, не Равенсбрюк, короче, это концлагерь, фабрика смерти немецкая в Германии, значит, она говорила там в бараках женщинам, узницам, говорит, женщина, не бойтесь, говорит, сестры, не бойтесь, смерти нет. И одна женщина говорит, чем докажешь, говорит, завтра меня, говорит, по списку в газовую камеру поведут, говорит, я с тобой пойду. И пошла. Взяла ее за руку, говорит, не бойся смерти, нету смерти, пошли. Христос воскресе из мертвых и пошла в газовую камеру. Этого человека нужно послушать, что он там вообще говорит интересно. Она говорит следующее. Она была нестандартной монахиней. Она кормила бомжей, там, лечила алкоголиков, там, давала приют бездомным. И, короче, вот эта вся вот эта круговерть, это было ее монашество. Она говорила так, что каждый человек, которого посылает тебе Господь на жизненном пути, это уникальная встреча с Божьей тайной. Каждый человек – это тайна Божия. Встречай Христа Иисуса в каждом человеке, которого встречаешь по жизни. И она пыталась это все в жизни реализовывать. Потом эту идею от нее усвоил Андрюша, будущий митрополит Антоний Блум, который был юношей, подростком, когда видел ее, эту матушку Марию, и у него есть целая книжка, называется «О встрече». Он потом это развивал это в жизни, говорит, что к тебе говорит, что такое Евангелие? Это история встреч. Вот Христос повстречался с самарянкой, вот Христос повстречался с Никодимом, вот Христос повстречался с бесноватыми, вот Христос повстречался с кровоточивой, вот Христос, постоянные встречи Христа с людьми. И у нас же, что такое, постоянно с кем-то встречаемся. Приятные встречи, неприятные, обязательные, необязательные. И матушка Мария, а потом митрополит Антоний говорит, надо, чтобы Христос был в каждой встрече. Чтобы пришел больной к доктору, и Христос между них. Чтобы пришел человек там, к соседу там, денег занять, и Христос между ними. Вот она о чем говорила, и это можно практиковать всем людям. Не только архиереям, архимандритам и протоиереям, а людям вообще всем. Не нужно разделять православных людей, так уж сильно разделять, на духовенство и на мирян. Миряне тоже духовенство. Вы знаете, что и таинство может совершать? Что каждый из вас может крестить человека. Каждый из вас. Миропомазать нет, а крестить – да. Каждый из вас может принимать помыслы, если будет духовно зрелый. Так, чтобы вам пришли как к старцу и вылили свою душу, как на исповеди. А вы выслушали его с состраданием и отпустили с миром. Этим заниматься могут миряне тоже. Только у нас нет таких мирян почти что. А вообще могли бы быть. Миряне крестным знаменем бесов гоняют, если у них вера сильная. Миряне по водам ходят иногда, как Мария Египетская. Это же мирянка, это же не монахиня. В общем, миряне, у нас есть целые таинства в руках. Таинство воспитания детей, таинство супружеской любви, таинство чтения Евангелия, таинство молитвы за покойников с псалтирью на кладбище, таинство крестного знамения. Это все у нас, у мирян. Это не только батюшка совершает таинство. Батюшка без мирян таинств не совершает. Если батюшка в церкви один, то литургии нет.
должны быть еще миряне, чтобы была литургия. И вас должно быть много, чтобы священник за спиной чувствовал целую армию людей. Как Моисей вперед пошел, за ним 600 тысяч мужиков одних. Вас должно быть много, не две пенсионерки и поп тебе и весь приход. Это печаль. Так тоже есть, и это тоже церковь. Но это печаль. Надо, чтобы вас было много, и тогда духовенство будет сильное. Тогда духовенство будет обязано быть сильным. Надо будет молиться больше, молиться сильнее, молиться чаще, потому что вас много. Там покрести, там по собору, там по исповеду, там еще служи, там опять служи, там снова служи. Люди хотят молитву, и мы будем лучше. А вас нет, там кот наплакал, да и попы разленились. Служить будем завтра? Да не, отдохнем. А послезавтра? Да а кому служить? Людей нет. Ну ладно, отдохнем. Ну вот, вот так мы и живем, не ждем тишины. Спасибо большое. Давай. И я просто, можно, я из многодетной семьи, я бы хотела попросить благословения. А, да, конечно. Кому, маме? Вообще, через тебя на маму и братьев и сестер. Христос, Христос да хранит тебя и маму, и сестер, и братьев, и бабушку твою, да посетит милосердием своим. Аминь. Давайте ускоримся. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Андрей, я из Клон. Во-первых, хочу поблагодарить вас. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. И у меня такой вопрос. Можно как-то, есть ли какая-то грань, чтобы разделить духовность и психологию? И какие вы могли бы советовать полезные книги по психологии для воспитания детей и для взрослых? Спасибо. Психология – это новая тема для вообще человечества. В какой-то в изрядной степени это предмет без базовых понятий, поскольку в преамбуле любого учебника, в введение в любую науку даются основные базовые понятия любой науки. Психология – это наука о душе, психия, да, и логос – это наука о душе. Так вот, о душе в психологии ничего не говорится, в этом смысле это лженаука, так по большому счету. Там базовые, как бы, отсутствуют базовые опорные понятия. Но есть практически очень много хороших вещей, которые наработаны как практика. Есть психологи в МЧС, есть психологи в школах, есть психологи там, там и там. Что тут читать, я здесь плохой советчик. Но есть книги, есть митрополит один греческий, который пишет книги про православную психологию. Там уже и об этом написано. То есть, в принципе, это разливанное море. К сожалению, я не могу быть проводником в этом море, потому что я этих книг не читаю. Я не чувствую нужды в чтении этих книг. Это не моя литература, по крайней мере, пока. Поэтому вам предстоит самому вооружиться терпением и молитвой и читать все, что вы хотите узнать, а потом уже будете разбираться, это вообще, насколько это сочетается с православием, насколько не сочетается, насколько это противно закону Божьему, насколько это согласно с ним. Об этом уже анекдоты есть. Знаете, как один человек имел какие-то стыдные страсти всякие, такие стыдные привычки, и пошел к психологу, и вышел веселый. И говорит, я раньше стыдился, говорит, теперь горжусь. Понимаете? То есть это в психологии есть. То есть, ну, полюби себя, гордись собой, там, тыры-пыры. В общем, можно, да, гордиться, да, иногда тем, чем ты раньше стыдился. В общем, там много всего, а есть хорошие вещи. Поэтому вам самому и вашим, может быть, таким подобным вам людям предстоит самим стать экспертами в области православной психологической литературы. То есть я экспертом здесь не являюсь, а вы можете быть экспертом. Вперед! Мы будем нуждаться в вашей помощи через пару лет. Спасибо большое. Здравствуйте, батюшка. Я из Башкирии приехала и хочу задать вам вопрос моего супруга. Зависит ли место, где я живу, на мое православие? Или все-таки православный человек – это то, кому радостно везде, независимо от места жительства? Просто я приехала, что я говорю, здесь Губина, а здесь православная же, как хорошо было бы здесь жить. И здесь только по благословению. Просто я часто встречаю у нас в Уфе Маши, Кати, Тани, меняют имена, покрываются. Я, конечно, своим детям объясняю, что если любовь, морковь, что мы свою веру не предаем, но меня как-то это все-таки беспокоит. А есть у Иоанна Златоустова такое слово на библейские книги там, Ветхого Завета. Он отмечает, например, такой парадокс, что Лот в Содоме умудрялся быть праведником,
а избегнув огненного этого дождя, потеряв жену по дороге, в соленый столб она, помните, превратилась, он несколько дней подряд пил, как не в себя, и спал с дочерями. То есть он совершил что-то такое запредельное. То есть дочери его напаивали, думали, что больше нет кого будет забеременеть, и спали со своим отцом. И Лот пил до беспамятства и, в общем-то, стал отцом для своих внуков. То есть от его дочерей родившиеся дети были ему и внуками, и детьми. Так вот, Златоуст говорит, что в Содоме этого не было. Казалось бы, в Содоме могли быть все грехи, но грехов у Лота в Содоме не было. Он был праведный, живя в Содоме. А вот когда он из Содома вышел, вдруг он почему-то натворил таких вещей, которые мы сейчас до сих пор читаем и нас содрогаемся. И так бывает в жизни, да. Когда человек в некомфортных условиях. У меня был один знакомый, хороший знакомый, который сидел в тюрьме не за веру, за преступление. И в тюрьме обратился к Богу. И потом вышел. И хорошо жил, он на гражданке жил хорошо, как бы православно жил, правильно жил, но он говорил, что он нигде так не молился, как в тюрьме. И вот эта тюремная вера, тюремная молитва, тюремное терпение, это половина меня здесь на гражданке, как бы, то чтобы я был верующий там, за колючей проволокой. То есть иногда в тяжелых ситуациях люди достойно себя ведут, а в комфортных ситуациях согрешают, поэтому здесь нет такого твердого закона. Конечно, хочется жить лучше, чтобы кругом были твои, свои, да? Вот. Но это не факт, что тебе там будет лучше. Иногда ты среди чужих ведешь себя как положено, а попадаешь к своим и научаешься от них тому, чего не должно. Такое бывает часто. Поэтому в основном наша жизнь зависит, качество нашей жизни зависит не от окружения, а от нас самих. И кислотная среда иногда заставляет человека быть лучше. Когда вокруг тебя есть угрозы и опасности, ты живешь лучше. Это доказано. Я могу вам привести очень много примеров. Просто щажу наше время, чтобы нам не поумирать здесь от жары. Так что такой ответ вашему мужу. От места жизни благодать вашего жительства напрямую не зависит. Спасибо. Он мне также сказал, но он хотел, чтобы вы мне правильно объяснили. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Валентина. Я бы хотела продолжить тему образования и православия. Я являюсь как бы с двух сторон и студентом, и одновременно педагогом, я репетитор у детей. И вот у меня в вузе есть педагог, который очень сильно обвиняет православие и православное духовенство во всех бедах России, а в учебниках по истории, в новых за 23-24 года, которые сейчас пересдаются, я недавно прочла такую вещь, что язычество — это традиционная религия для России, и, соответственно, языческие боги — это традиционные боги. Вопрос в том, как противостоять этому. Стоит ли этому противостоять? И как, будучи педагогом, детям объяснить, что вот в этом, например, учебник не прав? Да легко. Что учебник что, с неба упал, что ли? Написал какой-то Пупкин учебник, да там насовал туда дурости своих. Это что, это же скрижали Моисеевы, что ли, учебники наши? Их переписывают каждые 3 года. Там постоянно вкрадываются, особенно в гуманитарных науках. Это в математике 2×2=4. И при Сталине, и при Брежневе. Там менять нечего. А в учебнике истории там можно каждые 3 года переписывать его. Поэтому, конечно, вы должны людей учить, как бы, да не по учебнику вообще нужно учить. Я же еще раз говорю, что самая яркая форма обучения это общение с грамотным взрослым человеком. То есть вы для своих детей, которых вы репетиторствуете, вы для них взрослый авторитет. Вы авторитетный взрослый человек, вы девочка, которая больше их прожила на свете и больше их книжек прочитала. Поэтому вы, конечно, любую дурость, которую вы читаете в учебнике, вы должны опровергать и говорить, здесь ложь написана, так неправильно, это неправда и так далее и тому подобное. То есть, конечно же, по-моему, это даже вопрос не требует особо длинных ответов. Да, у нас многие вещи совершаются вопреки, а не благодаря. Ну, привыкайте бороться с юных лет еще. Вы еще много чего прочитаете и увидите. Такое, как говорил Святой Косма Италийский, говорит, будет время, в ваших школах будут такому учить, что вам на голову не налезет. Это слава Богу, что у нас сейчас пока еще нету сексуального просвещения в школах. А если появится когда-нибудь, к моей старости, к вашей зрелости, как бы, вот тогда мы будем выть волками на Луну. Потому что это уже будет все, это будет голимый ад у нашего порога. Поэтому бороться нужно со всякой ложью, конечно. Простите, немножко волнуюсь. Сейчас 2024 год, это год семьи, и семья вообще для каждого человека очень важна.
Вы очень часто в своих лекциях и проповедях говорите, как быть женой хорошим, мужем хорошим. Но часто первые браки расстаются, распадаются по многим причинам. И остаются от первых браков дети. Вот. И человек все равно стремится создать другую, вторую семью. У меня не то, что к вам вопрос, а просьба, пожалуйста, донесите до сердец там, мужчин и женщин, которые вступают во второй брак, имея детей от первых браков, что это большая ответственность со стороны мужчины, который берет женщину с детьми. Я считаю, что это очень важный вопрос, и, к сожалению, многие этого не понимают. Спасибо, Господи, вас. И, пожалуйста, благословите тоже. Иисус, если не ложит меня у нас. Хорошо, да, то есть говорят, отвечать нечего, я понял, спасибо, хорошо. Я, ну, отвечать нечего, да, я понял. Я унесу ваш вопрос в сердце и как-нибудь его озвучу, да, ответ на него. Здравствуйте, батюшка Андрей. Вот этот вопрос по Достоевскому. Вот он написал «Братья Карамазовы», когда посетил Амбросия Оптинского. А вот как вы думаете, что его побуждало написать такие романы перед «Братьями Карамазовы»? Вот «Идиот», «Бесы»? Вот в какой среде он так обетовал, чтобы он мог написать такие произведения? Слушайте, ну не только Амвросий, вы не приписываете все батюшке Амвросию. Нет, у него, вы знаете, что он в Оптину приехал после смерти своего одной из... Да, Лешеньки, да. То есть смерть ребенка, это ж такое, что он может убить человека скорбью. После этого вообще не знаю, как жить на свете. А это не первый мертвый ребенок. У него еще и в Швейцарии дети умирали там. И все. Он хоронил за жизнь много детей своих. То есть этого одного хватает, чтобы иметь порванное сердце. Чтобы быть Достоевским, нужно иметь порванное сердце. Обычно люди это заплывшее, самодовольное сердце в груди у каждого человека. Даже если он очень худой, сердце все равно заплывшее и самодовольное. А Достоевский имел порванное сердце. Это порванное сердце прикасалось к Богу и плакало, и хотело всему миру добра. А порвало ему сердце все, что хочешь, не только батюшка Амвросий. А все, и каторга, и приказ, отмененный приказ о расстреле, и мертвые дети, и неудачная женитьба первая, и свои страсти, и грехи. Да слушайте, что его... Чтобы бесов написать, нужно бесов видеть, он их видел. Ну, вот я это хотел. Ну, чтобы написать идиота, нужно быть идиотом немножко, он немножко им был. А все верующие идиоты. Вам никогда не говорили, что... Да, говорили. Ну, значит, мы верующий человек, правильно? Что неверующие люди считают, что мы идиоты. Да. Не говорили, вот, вот, да, ну вот, поэтому, да. Вы спасибо. Все, вопрос закрыт. Отец Андрей, я счастлива вас приветствовать вживую. Говорить долго не буду, поскольку я завершающая. Огромное вам спасибо за вашу огромную просветительскую работу. И особенно в интернете, что мы имеем возможность слушать ваши проповеди и вообще слышать вас. Храни вас Христос и прошу всех, кто собрался сегодня. Пожалуйста, братья и сестры, молитесь за нашего батюшку. За так, все завязывается. Да. Хватит, это сейчас начнется, да. Слушайте, вопрос у меня к вам. Раз у вас нет ко мне вопросов, у меня к вам вопрос. Значит, это очень важно, значит, смотрите, что лучше, смотреть по интернету или видеть вживую? Вживую. Так, секунду, еще раз подумайте. В интернете же там много всего, а здесь только 2 часа. В этом смысле, что лучше? Канал и ВКонтакте ваш. Нет, я хотел, чтобы вы сказали, что в интернете лучше, чтобы больше не ездить никуда. А, нет. Вы упустили свой шанс. Ладно, спасибо, хорошо, я понял. Все, друзья мои, я даже немножко на солнце постоял, все-таки я выполнил веление своей совести. Что мы там будем петь сейчас? Достойно есть, у кого есть, на 8-й глаз. Внимание, значит, смотрите, поскольку да, была такая география широкая, там и была Рязань, там Тула, Калуга, Архангельск, там Нижний Тагил, в общем, вся Россия так или иначе приобщилась сегодня к Достоевскому, к Оптиной пустыне, надо будет уехать домой, уносить с собой Достоевского, да, и Оптину пустынь. Значит, мы же все любим свое отечество. Любим. Мы все считаем, что Россия – это ковчег спасения для последнего этапа человеческой истории. Да. Мы любим ее как подножие престола Божия. Да. И мы хотим, чтобы она была лучше. Чтобы она выбралась, навсегда выбралась из того позора, в котором она была вчера и частично находится сегодня. Иоанн Кронштадтский, когда молился, иногда говорил так: «Отче наш, иже еси на небесех,
да светится имя Твое в России, да придет Царствие Твое в России, да будет воля Твоя как на небе, так и в России. Он так говорил. Пожалуйста, сделайте со своей стороны, что вы можете. Главным образом молитва и слезы о том, чтобы наш народ сумел покаяться и стать по-настоящему христианским народом, чтобы мы могли вытошнить из себя, именно вытошнить, весь тот яд позорный, которым нас пихали последние десятилетия, или столетия, или даже два столетия. Тяжелейший 19-й, жуткий 20-й век. И уже 20 лет прошло уже этого столетия. В общем, давайте будем больше просить Господа о нашем бедном и благословенном народе. Да? Аминь. Это моя вам такая серьезная просьба. Чтобы вы никогда не переставали молиться о русской церкви, о русском патриархе, о русских властях, о русском воинстве и о этих русских мальчиках, о которых писал Федор Михайлович, которые, встречаясь друг с другом после 3-4-5-летнего разлуки, не спрашивают русские мальчики друг друга: у тебя какая тачка? А ты куда ездишь отдыхать? Этого нет у русских мальчиков. После 10 лет разлуки русские мальчики сходятся вместе, как Ваня и Леша у Карамазовых, и говорят: а Бог есть? А душа бессмертна? А зачем живет человек? А правда воскрес Христос? А правда мы будем вечно жить? Вот об этом говорят русские мальчики. И вся Россия должна быть русскими мальчиками, которая говорит не о бабах, не о бабках, не о тачках, не об отдыхе на Бали. О Боге говорит русский мальчик. О Боге говорит. И насколько это будет больше и лучше, это от вас всех зависит. Это не от отца Дормидонта там или отца Федора зависит. Это от вас всех зависит. У нас нет безответственных мирян. Дело церкви лежит на ваших плечах тоже. Вы все в ответе за церковь. Вы все за церковь отвечаете. Аминь. Достойно есть якого истину, блажить тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнений Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородиц тя величаем. Христос воскресе! Аминь!